пьяные друзья устроили жуткую аварию. Сегодня ночью в Барнауле сотрудники полиции преследовали подозрительный автомобиль, пишут корреспонденты «Комсомольской правды». В результате погони серая иномарка догнала фонарный столб. Это случилось на улице Юрина. Очевидцы сообщают, что водитель был в глубоком алкогольном опьянении, как и его пассажир. Все живы. Ростуризм рассказал, как изменятся цены на путевки за повышение НДС. Полит Сибрус, ссылаясь на российскую газету, разместил статью, из которой следует, что отдых станет дороже. Напомним, в начале августа президент страны подписал законопроект о повышении ставки НДС с 18 до 20 процентов. Сотрудники Ростуризма советуют покупать путевки заранее, чтобы обезопасить себя от нестабильного курса рубля. Еще один педагог Рубцовска удостоился звания почетный работник сферы образования Российской Федерации. Об этом пишут корреспонденты Рубцовск Инфо. Награду получила Лариса Федянина, педагог-психолог общеобразовательной школы интерната номер один. Подробности читайте на сайте. Елена Кузовкина, наши новости.